Польза и преимущества озеленения крыш и балконов. Озеленение крыш и балконов приобретает все большую популярность. Оно придает строению уникальный вид, помогает создать красивые и уютные места для отдыха и релаксации, а также имеет ряд других преимуществ. Высаженная на крышах и балконах растительность способствует созданию благоприятного и здорового микроклимата в помещениях, смягчает воздействие температурных перепадов и других погодно-климатических факторов. Зеленая кровля помогает летом сохранять прохладу в доме, а зимой – тепло. Озеленение крыши обуславливает экономию на отоплении и кондиционировании до 30%. Созданная на балконах живая стена из растений также препятствует проникновению холода или жары в квартиру. Растения на крышах и балконах также способствуют очищению воздуха в доме, наполняют его приятным ароматом и полезными веществами. Заказывайте услуги в нашей ландшафтной мастерской. Обращайтесь по любым вопросам. Будем вам рады!